Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир. И сегодня, как понятно по значку видео, у нас будет обзор на фигурку Бенди. Она пришла ко мне вчера, ждал неделю, пока дойдет, блин, через... Даже не почту, там другая фирма быстрая. Но шло неделю. Вот. Она еще даже не распечатанная, не открытая. Вот такая вот. Бендик такой вот у нас. Еще запечатанный. Не раскрытый. Я еще ничего не открывал. Первоначально я хотел купить желтую версию Бенди. Продавалась в моем городе в магазине, но по некоторым обстоятельствам кто-то купил эту фигурку, и потом мне пришлось искать в интернете. Желтая версия нигде не продавалась, нет в наличии. Нашел белую, которая стоит недешево. Ссылка вот будет в описании на этого Бенди. Кто хочет, может купить, тоже можете ждать. В отличие от того, где вы живете, может даже недели три будет идти к вам. Так, еще буду открыть. Вот, ножницы нашел. Так, аккуратненько. Во, открыто. Осторожно высовываем. Так. Такая у него подставочка еще есть. Так, что подложить, чтобы красивее смотрелось. Вот он наш сам Бенди. Вот. Так, его можно поставить на этот фон со студией Джо и Дрю. Итак, посмотрим, что у него тут работает. Двигается только голова и ничего больше. Тело, руки, вообще все стоят. Посмотрим на качество. Довольно неплохо, хотя вот тут видно шершаво. Тут у нас сейчас приблизить его, клей виден. Ну, не суть. Если вы поставите на полку, то будет нормально просто стоять и ничего не будет у вас падать. Нормально устойчиво. Вот. Так. Еще в этом наборе входят из этой серии у нас Ангел Алиса и Борис Волк. Тоже имеется, как в желтом и белом видео. Тут только у меня белая версия, желтых у меня нету. Потому что фиг найдешь желтых. Так. Руки. Вообще, ну, могли бы хоть бы руки еще сделать, чтобы они могли бы тоже двигаться. Ну, ну вот, ну зачем так? Что у нас тут? 2017 год, Митли, Genius, LTD и Fatmoj — это производитель самой фигурки, а Митли — это правообладатель Бенди фирмы. Ну, вот такой получился обзор на очень простенькую фигурку. Ссылка на магазин, где я покупал Бенди, и на саму фигурку в описании под видео. Кто хочет, покупайте. И сообщите мне, если там появится желтая версия.